Физкульт-привет, друзья и ученики, и просто случайный зритель. Сегодня такое коротенькое спонтанное видео. Хочу поделиться с вами своими мыслями по поводу того, почему большинство людей, тренируясь в тренажерном зале, не получают тех целей, не достигают задач, которые они перед собой ставят. Не становятся ни сильнее, ни больше. Все очень просто, потому что мы хотим, как говорится, и рыбку съесть, и дальше сами знаете. Поясню, когда мы с вами, я в том числе, приходим в тренажерный зал, в первую очередь мы хотим, естественно, быть большими, но хочется быть и сильным. И мы пытаемся работать с непомерными весами, зачастую там на 2-3 повторения, чуть ли не на каждой тренировке делаем синглы, проверяем себя, насколько мы с вами сильные. Друзья, задача и цель в принципе правильная, но как мы делаем это неправильно. Необходимо четко отработать технику. Когда вы будете уверены уже в своей технике, только тогда нужно будет начинать работать над силой. И да, друзья, действительно правильно, первые 1.5-2 года нужно необходимо сосредоточиться на построении силового фундамента. Силовая база, которую вы закладываете в эти первые годы тренинга, будет служить вам как мотивацией, так и достижением тех целей, которые вы перед собой ставите в плане увеличения мышечной массы. Ведь когда мы работаем с вами с достаточно серьезными весами, у нас улучшаются связи мозг-мышца, у нас появляются новые нервные окончания. А чем больше нервных окончаний, тем больше и лучше проводимость нервных импульсов к нашим мышцам. И когда вы уже, достигнув определенных силовых показателей, а какие должны быть показатели отдельно для парней, отдельно для девушек, есть в книге моей, книга отдельная для девчонок, отдельная книга для парней. Хочу напомнить вам, что вышли в свет две мои книги. Отдельно для девушек, отдельно для парней. Серия «Fuck Fitness». Вы обязаны изучить эти книги, если вы являетесь персональным тренером, инструктором, если вы хотите получать грамотные знания о том, как правильно начать тренироваться, чтобы не навредить себе, и самое главное, чтобы вы шаг за шагом, ступенька за ступенькой поднимались, улучшая свое здоровье, качество своего тела. И вы можете совершенно бесплатно ознакомиться с ними на моем сайте hmgym.ru. В книжках единственное, все собрано, скомпоновано и довольно-таки удобно для